Вот мы спускаемся из Орлиного гнезда. Откровенно скажу, прошли маленькую экскурсию. Те фотографии, которые вы можете посмотреть, которые я выложил ранее, не передают. Ну, наверное, многого не передают. То маленькие видео, фотографии. Насколько прекрасно и здорово в этом Орлином гнезде. Сама атмосфера великолепна. А здесь мы сейчас идем вниз по тропинке от Орлиного гнезда. Здесь такой кусочек, ну, назовем его дикого леса, относительно дикого. Есть тропинка. Эта тропинка прямо от Орлиного гнезда ведет к паровозу, ведет, да, ведет к входу в ущелье, где обитал святой. Ведет к водопадам. То есть место, которое стоит посетить. Очень красиво. Здорово.